Защита двигателей коробки для автомобиля Peugeot 807 после 2002 года выпуска. Сталь горячекатанная, толщина 2,2 мм. Покрытие антикоррозионно-порошковая краска. Выполнены ребра жесткости по всей длине, вентиляционные отверстия. Ставится защита на штатные места. Технологическое отверстие также предусмотрены в конструкции защиты. Вес защиты порядка 10-11 кг. Каждая защита комплектуется крепежом. Дорабатывать ничего не нужно. Спасибо за просмотр. Хорошего дня и подписывайтесь на канал.